4 километра над уровнем моря. Аличурская долина. Трудно представить себе, что в этой высокогорной пустыне возможна жизнь. Як. Странное животное, редкостное. У него хвост лошади, туловище коровы, но он не ржет, не мычит, хрюкает. Грудь яка могуча, и легкие, огромны, точно кузнечные меха. Ведь дышать приходится разреженным воздухом больших высот. Ниже 2000 метров яки вообще не живут. Они задыхаются от избытка кислорода. На молоке ячихи заяц пляшет, не тонет, говорят киргизы. Такое оно жирное, густое. Лютый голод выгнал из ущелья волчью стаю. Пастух безоружный и 11 серых разбойников. Пропал? Но яки стали в круг хвостами внутрь, окружили человека живой стеной, выставили рога наружу. Трех волков подхватили на рога и отбили стаю. Рога у яка раскинуты великими дугами. Всю землю охватывают и все небо. Это от того, что яки добры к человеку, яки могучи, яки неутомимы. Травинки к другой, к третьей, идти устанешь. Здесь в любой час буря может изгнать солнце. Здесь волки живут, барсы живут, яки живут. Страна Памир.